3 по 12 января у нас проходит кампус молодежных инноваций, в котором дети занимаются исследовательскими проектами, решают интересные задачи и играют. Кампус посещают дети с 12 по 18 лет. Занятия для них проходят совершенно бесплатно. В технопарке «Кванториум» работает интерактивный музей «Квантошка». С 3 по 12 число включительно наш музей будет работать. С часу 30 до 2.30 будут проводиться экскурсии для всех желающих, для жителей города Череповца и для гостей. Экскурсии будут проводиться в виде свободного посещения. Это такой вид экскурсии, который проводится без экскурсовода. Предварительная запись обязательно по номеру телефона 67 30 37.